Политика, скандалы, свежие новости. Вначале о главном. Погнали. Бывший генеральный прокурор сказал, что хотел узнать, как вернуть выведенные в США деньги семьи Януковича. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встречался с адвокатом президента США Дональдом Трампом по поводу денег семьи Януковича. Как передает РБК Украины, об этом Луценко рассказал в интервью «Украинской правде». В частности, по словам Луценко, украинские правоохранители установили, что преступная организация бывшего украинского президента Виктора Януковича вывела через офшоры 7 миллиардов долларов на территорию США. Когда мы спецконфискацией 1,5 миллиарда, они были пропущены через более 10 различных офшор, которые связаны между собой одним и тем же лицом, которые офшоры также присутствовали и в выводе 7 миллиардов. Соответственно, я обратился к уполномоченным лицам США помочь нам с расследованием этого дела. Ответа я не получил, сказал Луценко. Он добавил, что после этого обратился в посольство США с предложением организовать встречу с генеральным прокурором США. Также экс-генпрокурор ответил, что помочь организовать встречу в США через своего человека в Вашингтоне предлагала лидер батьковщины Юлия Тимошенко. Вроде как она встречалась с Джулиани, и он интересовался ситуацией относительно кампании Борисма в Украине. Этот разговор состоялся осенью 2017 года. После этого ко мне приходил один из моих региональных прокуроров и говорит, что его знакомые передают пожелание Джулиани встретиться со мной в Нью-Йорке. Это был тогдашний прокурор Крыма Гюндос Мамедов. Перед этим он был прокурором в Одессе. И там однажды познакомился с одним из двух советников Джулиани, сказал Луценко. Он сказал, что несколько раз встречался с Джулиани, и встречи откладывались. Сначала по Савченко, затем Саакашвили. Повторное приглашение от адвоката Трампа поступило после Нового года 2018. Тогда Луценко вылетел в Нью-Йорк, где пробыл 4 дня. Из них 3 дня по несколько часов имел встречи с Джулиани. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.